Потребность мелкой моторики в 2,5 года ребенок демонстрирует сам. Ему интересны мелкие предметы – посуда с крышкой, камни, карандаши, то есть все, чем можно занять руки. Удовлетворить эту потребность можно этими же предметами, которыми интересуется малыш, если они не представляют угрозы здоровью ребенка. Например, когда готовите еду, позвольте поиграть ребенку с ненужной в данный момент посудой. Отлично подойдут контейнеры или небьющиеся посуды разных размеров. Пусть ребенок попробует вложить их одну в другую, рассматривает и сравнивает их. Таким образом, ребенок одновременно будет тренировать гибкость своих пальцев, а также будет учиться сравнивать предметы между собой и определять их размеры. Занимать ручки можно и перебиранием круп или макарон. В таком случае понадобится проследить, чтобы малыш не потянул эти продукты в рот. Фантазируйте, и вы обнаружите много интересных и занятных идей для развития мелкой моторики ребенка дома.